В этом небольшом ресторане в Риме о пицце знают все. Владелец заведения Романо Фиор подкидывает тесто, чтобы оно напиталось кислородом. Фирменное блюдо здесь пицца маринара, включающая томаты, чеснок, орегано и оливковое масло. И самая популярная пицца маргарита. В ее составе помидоры, моцарелла и базилик. Три цвета итальянского флага. На днях неаполитанская традиция приготовления одного из самых популярных блюд в мире пополнила список нематериального наследия ЮНЕСКО. Для меня, как и для всех итальянцев и неаполитанцев, внесение пиццы в список всемирного наследия ЮНЕСКО – большая честь. Пицца имеет многовековую историю, и, как мы знаем, она была удостоена имени королевы Маргариты. Именно тогда и родилась пицца Маргарита. Такое решение Комитет по всемирному наследию принял во время заседания на южнокорейском острове Чеджудо. Ранее около 2 миллионов человек поставили подписи под петицией в поддержку заявки от Неаполя. Пицца – это пища, которую нужно признать на международном уровне, как и другие традиции, которые есть в Италии. И ее следует рассматривать как историческое наследие итальянской кухни. Я надеюсь, что такое признание поможет иностранцам понять, как готовится пицца, без добавления нутеллы и ананасов. Помимо пиццы, список нематериального наследия ЮНЕСКО пополнился еще 11 пунктами. Среди них казахская настольная игра, немецкое мастерство игры на органе и стиль городской авторской песни Греции.